отклонил 10 из 19 моих ходатайств. Высказал, что я якобы почему-то нездоров. Если вы забыли данную информацию, либо ее не поняли, то вам необходимо тогда получить соответствующие консультации у специалистов медицинских направлений. Суд вам в этом вопросе помочь ничем не сможет. Естественно, вы к своим доводам мысли что-то готовы еще дополнить? Да, объяснение. Пожалуйста. Постановление по данным обращения. Ни одного уведомления о продлении сроков рассмотрения заявитель не получал. В связи с незаконным удержанием заявителя в течение трех месяцев и в связи с вынужденным путешествием из-за захвата квартиры заявителя сотрудниками полиции, ему так и не удалось... Только в Следственном комитете города Сургут находится 3 тома обращения от заявителя, 6 томов. Я вот настоятельно хочу зачитать нарушенные права. Какие мои права? Ну что ты тоже зачитывал из административного иска? Я не слышал. Положение статьи 45.52 Конституции гарантирует право каждого на судебную защиту прав и право потерпевших от преступления и злоупотребления властью на доступ к правосудию. Вы к правосудию сказали? Право. Правосудие. Знаете, да, такое слово? В предоставленном случае из-за бездействия административного ответчика, рассматривающего обращение заявителя, нарушены права административного истца на получение в установленном законом срок мотивированного решения. Копия определения.